Вот уже в шестой раз я начинаю съемку нового видео, и в шестой раз мне хочется сказать, сегодня очень важная тема. Я проанализировала этот факт и вывела очевидную мысль. Любая работа над собой делает нас лучше и осознаннее. Прикольно. Поехали. У вас бывали такие случаи, показывают вам какую-нибудь фотографию, где есть вы смотрите на нее и думаете, господи, что с моим лицом? А можно как-то меня вырезать с этой фотографии? Или другие ситуации? Ко мне иногда боятся подходить, потому что думают, что я не в настроении. Что это такое? А то, что мы и мимика нашего лица живет отдельной жизнью. Мы просыпаемся, нам говорят доброе утро, а в ответ на нашем лице видят отпечатки вчерашнего дня. Доброе утро! Сегодня мы с вами научимся управлять мимикой нашего лица. Самое первое и ежедневное упражнение – начинать новый день с улыбки. Просыпаемся мы такие и как улыбнулись. Тренировать это каждое утро, чтобы уголки губ у нас всегда были чуть приподняты. Добиться этого результата возможно при условии ежедневного утреннего ритуала. Улыбка. Просто улыбка. Hey! Это дает нам не только положительное самочувствие, но и подтягивает овал нашего лица. На заметку, девушка. Следующее небольшое действие на контроль нашей лобной части, чтобы она никогда не хмурилась, когда это не надо. Что мы делаем? В нашей жизни случается достаточное количество ситуаций, от которых мы делаем так. Ситуации от «слетел проект» до «посуду еще надо помыть». Эти мышцы находятся в постоянном напряжении. Что мы делаем? Одним пальцем растягиваем наши межбровные мышцы, чтобы они расслабились. Несложное и заботливое действие о себе. Идем далее. Для тех, кто хочет совладать своей мимикой, но когда его просят подмигнуть, он делает так. Этому возможно научиться, вопрос времени и ежедневных тренировок. Пробуем сначала просто закрыть один глаз. Если не получается, придерживаем один глаз и моргаем вторым. Стараемся почувствовать, как это, когда моргает один глаз. Те же самые действия проделаем с другим глазом. Потом стараемся убрать руку. И потом уже пробовать моргать и подмигивать одним глазом. Поняли, приняли, поехали дальше. Сначала мы научимся управлять и чувствовать отдельными частями нашего лица. Берем во внимание брови, все остальное расслабляем. Поднимаем брови. Расслабляем, поднимаем, расслабляем. Следим, чтобы все остальное было расслаблено. Прям почувствовать, как это все повисло. Эмоции не добавляем, работают только брови, только мышцы. Теперь сводим брови и расслабляем. Сводим, расслабляем, сводим, расслабляем. И завершая этот комплекс, поднимаем, расслабляем, сводим, расслабляем. Поднимаем, расслабляем, сводим. Расслабляем. Отлично. Далее нос. Хотелось ли вам когда-нибудь что-нибудь съесть с большим удовольствием? Попробовали, а оно оказалось невкусным или протухшим? Первым делом что мы делаем? Правильно. Всем своим носом показываем, что это отвратительно. Именно с такой силой напрягаем мышцы вокруг носа. Напрягаем и расслабляем. Напрягаем и расслабляем. Все остальное – брови. И нижняя часть лица, она расслаблена. Максимально, насколько это получается. И наоборот, когда мы что-то почувствовали, но хотим сделать это незаметно. Можно для начала сделать это со вдохом, чтобы почувствовать, как это происходит. Именно так мы втягиваем, расслабляем. Втягиваем, расслабляем. И в комплексе поднимаем, расслабляем. Втягиваем, расслабляем. Поднимаем. Расслабляем, втягиваем, расслабляем. Супер! Следующая часть лица – губы. Тянемся сильно поцеловать. Сильно-сильно. И расслабляем. Еще раз. Расслабляем. Тянемся. Расслабляем. Теперь делаем сильную улыбку. Зубы при этом сомкнуты. Просто улыбаемся. И расслабляем. Улыбаемся, натягиваем вот здесь, вот все чувствуется вот здесь. И расслабляем. Теперь тянемся. И расслабляем. Улыбаемся. Сильно-сильно-сильно туда, вот сюда. И расслабляем. Ну что, повторим все вместе? Брови. Нос.
Губы. Ну как, чувствуете свои мышцы? У меня есть мышцы. И завершающее на сегодня упражнение комплексное. Для этого нам понадобятся наши руки. Растопырим пальцы возле лица. Теперь, сжимая пальцы, мы сжимаем мышцы лица, как будто собираем их в кучу. И наоборот растягиваем. Сжимаем. Растягиваю. Сжимаю. Постарайтесь сделать это медленно, чтобы чувствовать вот это натяжение и расслабление. Уверена, у вас отлично получается. До новых встреч!